почему в Советском Союзе очень ждали 1 апреля. Сегодня в эту дату люди по всему миру отмечают День смеха, разыгрывая знакомых и друзей. Однако жители Советского Союза ждали 1 апреля по другой причине. В этот день в 52-53 году происходило ежегодное снижение цен. Всего таких снижений было 6, с 48 по 53 год, а советские газеты посвящали этому событию целые полосы. Но было ли это экономическим чудом? Безусловно, одной из причин такой многолетней дефляции можно назвать послевоенное восстановление промышленности, а также наращивание производства и снижение себестоимости товаров. Однако основной причиной для снижения были завышенные довоенные цены, а также изъятие у народа денежных средств при обмене старых рублей на новые в ходе денежной реформы 47 года. К этому году цены были выше довоенных в 3 раза, а после реформы в 2,5 раза. Это и была база для будущих 6 сталинских снижений цен. По итогу к 53 году цены стали ниже на 55%, но все еще были на 30% выше довоенных. Однако, поскольку и зарплаты выросли в 3 раза, это уже не имело значения.